У ефірі програма «Новини регіону», студія Олена Мельщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. На Могильошині почали формувати стабілізаційний фонд плодоогороднінної продукції. Юбілей відзначає унітарне підприємство «Тіфлас». В Могильовському парку під Ніколі відкрилася мобільна вистава «Просто діти у школі». Про це і не тільки, і далі у програмі. На Могильошині почали формувати стабілізаційний фонд плодоогороднінної продукції. Вітамінної продукції планують назапасити не менш, чим літось. Першими стабфонд в області почали наповняти бульби і яблуки. На заховання поклали амаль 30% огородніни і 20% фруктів. Планується, що сховіші будуть закладені на узровні минулого года. Гэта 3700 тонн бульби, больш за 1800 тонн капусти, 860 тонн цибулі, 800 тонн моркви, 700 тонн бураку і 500 тонн яблуків. Уборка плода огороднінної продукції у регіоні тільки почалася. Зараз з полю прибирають бураки і цибулю, а наприкінці кастричника приступять до моркви капусти. Цілком сформувати стабфонд в області планують до 15 листопада. Нові аграрні ідеї розвивають російські інвестори на Мстиславській землі. Окрім вирощування традиційної пшениці і ячменю, аграрії займаються слонічником у промислових масштабах. Для потреб Білорусі. Тут на власному прикладі доказують, сонячний бізнес навіть у одним з самих холодних і дажливих районів в області прибутковий, коли вмієш працювати на землі. Полі со слонечниками теперь зусім не эффектное место для фотосессий. Кветки солнца стратили свою привабность, а это значит самый час для уборки урожаю. Слонечник гатунку пионера у господарцы Агротех Восток выращивают на 400 гектаров. Под эту культуру отведены несколько участков. Местные власти пошли нам навстречу. Большое спасибо. Дали нам участок земли, где мы влаживаем свои деньги, инвестиционные деньги. Земля здесь неплохая, но одно, что есть в Беларуси погодные условия. Мы так находимся в таком регионе, что здесь постоянно холодно. Здесь дождей больше, чем, наверное, везде в Беларуси. Ну, стараемся выходить из разных ситуаций, чтобы работать, как говорится, на пользу республики. Але ж сьогоднішнє літо у прямому сенсі задало дихту, уроджай годний. З одного гектара отримають коля 2,5 тонн сімок. З зернітока Чорної Гори накеруються прямо на завод по витворчості слонечникового олію. Російська компанія на Мстиславщині працює усяго третій год, і у рішенні вести аграрний бізнес тут не розчарувалося. Масличні культури взагалі завжди на них є спрос, як на рапс масличний, як на подсолнух. Стараємося сіяти ті культури, які есть попит на рынке. То есть у нас еще нету, как говорится, здесь животноводства, только растениеводство. То мы на следующий год планируем посеять еще сою попробовать. То есть разные культуры, которые есть недостаток, будем говорить, на территории Республики Беларусь, хотим внедрить, показать, что мы можем это все зарастивать. Думаю, что пойдем на расширение, добавим тоже белорусских людей. Заінтересуємо роботу, пусть роботують, отримують зарплату. Відомо, слонечник – не єдина культура приватників. Тепер у господарця активно йде підкормка зимої пшениці. Усього на 5 тисячах гектарів вирощують збожжеві культури і кукурузу на зерні. Усе на внутрішній ринок. Кристина Каранкевич, Миколай Соболєв, новини регіону. Каб знизить колька зараження у коронавірусу. У Могилеві прийнята нова мера. Рекомендаційний ліст пропоновим старшиня Могилевського гарвиконкама Владимир Цумаров накерував у автобусної і тролейбусної парки обласного центра. Так, з 9 кастрычника на території Могилева перевозка пасажирів без масок виконуватися не буде. Гэтая мера дотичиться не тільки громадський транспорт, але і маршрутне таксі. У Бобруйську у дорожно-транспортному здаренні загинув водитель Ауді. Як повідомили обласної державтоінспекції, аварія відбулася у день 6 кастричника. 58-годовий бобруйчанин їхав по одній з вулиць Бобруйська. По інформації ДАІ, при пересяченні перекрижування мужчина не справився з керуванням і виїхав за межі проїжджої частки. І там іншомарка урезалася у забор і перекулилася. У виніку здаренні водитель загинув на місці. Урочистое посяджение Совета университета прошло у МДУ имени Аркадия Куляшова. Теплые слова и подяки за працу и развитие установы эдукации гучать у адрес працовного коллектива. МДУ святкует День университета.
Гэта сапраўднае свята ведаў і працы. На савеце ўніверсітэта ўзнагароды розных ступеняў і падзякі за самаадданную працу атрымалі каля 50 чалавек. Яны штодня даюць веды студэнтам і працуюць на развіццё сістэмы адукацыі. Очень приятно, когда твой труд ценят и признают. Поэтому большое спасибо руководству университета и всем тем, кто создавал условия для того, чтобы люди достигли этих вершин и этих побед. Наши традиции, они не только продолжаются, они еще и прирастают. И вот как раз-таки открытие доски почета, на которой представлены наши лучшие преподаватели и сотрудники, а также студенты, это как раз-таки дань уважения тем, кто вносит значительный вклад в это развитие университета. Вот благодаря этим преподавателям мы реализуем смелые и достаточно амбициозные проекты. Штогод пополняется и спіс лепшых навучэнцаў. Сярод іх і студэнтка трэцяга курса факультэта эканомікі і права Карына Бабіцкая. Яна і навукай займаецца, і валанцёрствам. Наука – это умственная деятельность, то есть нужно посидеть, почитать, поискать, написать. А волонтерство – это все-таки та часть моей жизни, где у меня отдыхает и мозг, и душа, и где я просто могу расслабиться. Я не задумываюсь о том, как сказать, как сделать, я просто чувствую себя как рыба в воде, действительно расслабляюсь. Для меня это такие вещи, которые всегда идут рядом. Магілёўскі дзяржуніверсітэт імя Куляшова – адзін са старэйшых у рэспубліцы. У 108-гадовы дзень нараджэння ён уваходзіць з перспектыўным калектывам і з новымі праектамі. Сергей Пеклін, Віталь Алексеенко, Навіны рэгіёна. Актыўны грамадзянін і яго прававая культура, што неабходна ведаць пра дзяржаўную сістэму прававой інфармацыі. Пра гэта вучням сярэдній школы нумар 2 Магілёва расказалі спецыялісты рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі. Прававая гадзіна прайшла ў рамках тыдня прававых ведаў. Што трэба ведаць школьнікам пра правы і абавязкі – тэма актуальная ва ўсіх дзяцей і падлеткаў. Свет права БАЙ з гэтым і іншымі рэсурсамі пазнаёмілі вучні ў другой школы абласнога цэнтра. Лекцыя была очень интересная, я узнал про, што имеется такой сайт правового права, што я могу посмотреть все свои права. Заинтересовала информация про трудоустройство, чтобы начать уже присматриваться к каким-то профессиям, узнавать что-то новое про них. Я узнала то, что есть разные сайты, во-первых, то, что я могу пойти зарабатывать деньги, и чтобы помогать своей семье и для своих собственных финансов, расходов. Вот. Уся актуальная информация змешчана на правовым ресурсе, які створены спецыяльна для дзяцей. У час, калі шмат абмеркаванняў праводзяцца ў інтэрнэце, такія ресурсы неабходны, адзначылі спецыялісты ў сферы права. Дарэчы, зручнасць правовых сайтаў і форумаў ўжо ацанілі настаўнікі. Обсуждались поправки в закон о защите прав животных, и все волонтеры нашей страны, неравнодушные люди, очень активно принимали в этом участие. Мы делились ссылкой в форуме на обсуждение, где можно было писать свои предложения. Это было не обязательно быть специалистом в этой области, можно просто оставлять какие-то пожелания. И это сыграло очень большую роль, получило большой резонанс, было собрано очень много подписей, вот, и это дало свой результат. Сегодня все регулируется при помощи правовых норм. Но знать все законы просто невозможно, а вот ориентироваться в источниках получения правовой информации, знать, где их найти и как использовать, это очень важно. З мэтай фарміравання інфармацыйна-прававой культуры падлеткаў падобныя гадзіны прайшлі ва ўсіх школах вобласці. Юліяна Шлыкова, Александр Тарасаў, Навіны рэгіёна. 90-гадовы юбілей адзначае унітарнае прадпрыемства «Тіфлас». На выпуску скабяных вырабаў працуе 260 чалавек. Больш за палову людзі з парушэннем зроку. Прадпрыемства з'яўляецца адным з вядучых у рэспубліцы ў сваім сегменце. На ўрачыстасці з нагоды юбілея завітала наша здымачная група. Унітарнае прадпрыемства «Тіфлас» грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку» заснаванае ў 1931 годзе. 60% яго работнікаў маюць праблемы са зрокам. Тяжело это было сразу, когда пришел, а как уже на одном месте, на одной профессии столько отработал, это уже можно с закрытыми глазами. Все делать, ремонтировать, настраивать. За 90 год гісторыя прадпрыемства «Тіфлас» змянілася шмат. Але, як адзначаюць на ўрачыстасці, засталося галоўнае – калектыў як вялікая сям'я, у якой ёсць падтрымка і ўзаемадапамога адзін аднаму. В Могилёвской области осталось единственное предприятие, это наше, где могут работать инвалиды по зрению. То есть для них обеспечены всевозможные условия труда, для них обеспечена реабилитация, возможность проявить себя в обществе и найти себя в обществе.
Зінаїда Бауман прийшла на предприємство 18-годовою дівчиною. Тут знайшла кохання, яке врешті переросло у сімейний дует. Я вот пришла в зал музыкальный, где вот у нас мероприятие вот это проходит, где мы поем, репетируемся. И вот я вот почувствовала вот мое, мне вот прямо в сердце ёк. Думаю, вот это моя вторая половинка. И вот так вот у нас, у него тяга к музыке, любовь к музыке у меня. И вот у нас вот как-то само по себе, сам сложился вот этот дуэт. И сразу же человек, который потерял зрение, уже найдет работу или будет стремиться найти работу. А социализация, а найти путь до этой работы, а все документы оформить. То есть мотивация к труду и мотивация к жизни – это первично, и то, чем занимается Белтис сегодня. Социализация и махчимость працавать – головное, что треба людям. Повиншевать юбиляру пришли представники керавництва области и города. Разом с теплыми словами – узнагороды за працу и активную життевую позицию. Сергей Пеклин, Александр Тарасов, Новин региона. У Могилевского парка под Николе открылась мобильная выстава «Просто дети в школе». Я на рассказываю про поспехи 6 школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси. Про их сябров одноклассников, батьков и наставников. Мета проекта – изменить отношение до правов детей с инвалидностью на якостную адукацию и социальную инклюзию. Проект реализует Детячий фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ, Министерство адукации Беларуси при финансовой поддержке Урада России. У кожного з героїв фотовиставы «Просто дети у школе» свои здольности. Ангеліна з Могильова співає на мові жестов. Есть в нашей жизни полоса, и никуда, увы, не деться. Улетают сказки и чудеса, и уходит наше детство. У Ангеліни серйозне порушення слиху, але вона вчиться у звичайній могилівській школі номер 9 по особливій програмі. Розуміти навколо і взаємодіяти з ним їй допомагають два слухових апарати. Мама Ангеліни так само інвалід по слиху, тому про особливості навчання у сім'ї відають і переконані, що інклюзія – це важливий крок до громадства, де кожен відчуває себе коштовним. Це більше пользу дає, діти більше розвиваються. Ну и нам хорошо, когда наши дети рядом с нами, а не где-то в интернате. У Могилевской школе номер 9 программа инклюзивной адукации просуя уже 6 годов. Учебный процесс адаптован под махчимости детей. Математика, русский язык проходят отдельно. Это как у нас 4 человека, значит, у нас дефектолог занимается индивидуально с каждым ребенком. Дякуючи проекту «Просто дети у школе», каждый может познакомиться с историей детей, что учатся у звичайных школах, сябрует с одногодками, марить о будущей профессии и отчувает, что их разумеют. Цель выставки – показать, что дети с инвалидностью могут учиться в обычных школах, просто иногда для этого нужно приложить немножечко больше усилий. И зачастую именно взрослые ставят какие-то преграды, а дети их вовсе не замечают и дружат наравне. Фотовыстава про школьные будни детей с инвалидностью пробудет в Могилеве до 11 кастрышника, а после переедет у Гомель. До конца листопада экспозиция наведает все областные центры. Алена Громова, Надея Мяшкевич, Миколай Соболев, Новини региона. И про надворье. Ночные заморозки в ближайшие дни станут звычайной з'явой. С пятницы у ночный час на глебе прогнозуется от 0 до минус 5 градусов. Але на радость покуль еще сонечно. А у день у пятницы температурный фон будет складать плюс 9, плюс 14 градусов. По словам синоптиков, на территории области по-ранейшему панует периферия антициклона из России. У выходные заховается солнечное надворье практически без ветру. У ночи у среднем плюс 1, плюс 4 градусы. Местами на глебе заморозки до минус 5. У день плюс 8, плюс 13. Первый день нового тыдня характер надворья не изменит. Навод температурный фон заховается у межах плюс 8, плюс 13 градусов. А вот у авторок синоптики прогнозуют приход опадков. Короткочасовая. Але слупок термометра так само почне снижаться. Плюс 7, плюс 12 градусов в день. Самые актуальные новины в области на сайте tvrmogilyov.by, так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Бережите себе. До встречи.